Коллеги, еще раз доброе утро всем красноярцам. Ну что, мы сегодня узнаем, какие танцы танцевали в прошлые века, и приглашаем на эти танцы всех красноярцев. Знакомим с весенним балом, который состоится уже 6 марта. Анастасия, руководитель студии танца «Клио» и организатор этого бала, вот готова нам показать то, что можно взять с собой на бал, те аксессуары, те элементы, которые пригодятся и мужчинам, и женщинам. Да, все верно. На самом деле, начнем с наших прекрасных дам. Как мы говорили раньше, платье должно быть полной длины, либо какой-то исторический костюм. Также важный атрибут для дамы, как прошлого, так и современного времени, это является веер, без которого, да, может быть тяжело. Безусловно, это могут быть длинные перчатки такой длины, либо еще длиннее. А так как бал у нас весенний, то мы рекомендуем всем дамам украсить свой образ цветами, какими, совершенно любые. Они могут быть как в плетеный образ, так и в прическу. И, конечно же, всем современным дамам нужна будет небольшая сумочка, куда они смогут положить пудреницу, ну и, возможно, какие-то средства. И айфон. Ну, да, сюда, вот сюда он без него не обойтись вот. Современной даме. Что касается кавалеров, так как мы говорили, кавалеры – это классический костюм либо фраг, мы рекомендуем не забыть бальные перчатки, потому как белые перчатки, потому как раньше по правилам этикета дама могла отказать кавалеру, у которого не было перчаток. И чтобы не забыть про тему весны, мы рекомендуем кавалеру украсить свой костюм также бутоньеркой. Это будет очень свежо и очень интересно. В общем, все такие заморочились, нет перчаток, нет дамы. В этот вечер у вас, вот я вас сейчас попрошу покрутиться, это исторический костюм все-таки, да? Бальный костюм исторический, вот, который мы привыкли видеть в разных фильмах того времени. Да, абсолютно верно. На мне платье. Заметьте, какие вот, как все стоит у Анастасии вот здесь. Да, это платье конца 19 века. Та конструкция, которая у меня находится, это турнюр, без которого платье невозможно придать, нужно силуэт. И именно, как говорят летописцы, как именно в это время отмечалось самое большое количество браков. Вот. Так что все незамужние, холостые, welcome 6 марта. На Перенсона 20, дом офицеров, в 6 часов начнется бал, а в 5 уже готовы встретить всех гостей. Ну что, а мы, как и обещали, покажем фрагмент танца, который готов уже, один из танцев, которые будут здесь на паркете. И я попрошу нашего кавалера пригласить даму, а маэстро включить музыку. Заметьте, все по этикету. Такие вальсовые мелодии мы встречаем с вами утро среды. Я напомню, 6 марта в 6 часов вечера здесь можно будет в Доме офицеров станцевать эти исторические бальные танцы. Встреча гостей начнется в 5 часов. Приходите, ищите костюмы, ищите перчатки обязательно. Приходите сюда, знакомьтесь, включайтесь в эту эпоху прошлую, ну и проводите время с пользой. Коллеги, у меня пока все, вам слово.